Я думаю, ты эту песенку знаешь лет... Ну, много. Лет 25 тысяч. Как называется? Какой-нибудь Creeping Death? Не-не-не. Ну, угадаешь. Потом узнаешь. Выходят видимость. Так. Шумы. Ну, шумы есть, конечно. Ну, что ты с ними сделаешь? У меня тоже есть. С хорошим объективом, может, хватит. Я думаю, стоит ее поправить и по сути все. Да? Моя привычка дурная, я же везде эти грусты играю, ну, только на малом барабане живом оно практически не слышно. Ну здесь тоже, если меня не подняло. Да, она а вот на студии все, она фиксируется. Так, ну сейчас на этой тарелке нарисуем. У меня еще техника и игры на тарелке, это сильный-слабый. Чувак, он сейчас стоял? Да, я видел в камере и предположил, что возможно ты не по краю там где. Запись. Ну, главное, чтобы ровненько было смещено. Если кривой, то уже красиво кривой. Ну, то есть я попал в ударку со смещением. Ноги. Состава, да. Со смещением состава. Смотри, как четко стал ремшот. Так, допустим. Тремоло потом. Так, что тут концерт? Бэд. Ладно, Саймон, буду снимать длинное, а потом нарежу. Так, давай дабл. Поехали. Что ты последний аккорд играешь? Вот он. Да, с кварты было все понятно. Мне не все флажолеты нравятся. То есть в идеале они должны быть вот такие, свинячие. Ну, парочку нормальных есть. Ну ладно, сейчас соберу, короче. Сейчас было
верхнюю струну плохо слышно. Практически не слышно. Вот послушай. Вот так вот, а второй сходит. Сань. Головые команды. Какие? Головые. Головые? Головые команды. Тёма, это как головые? Ну, головой командуешь. А, все понял. Понял, вопросов нет. Есть еще локтевые команды. Главное, чтобы не колено, локтевые. Надо постараться, чтобы не было. Да, потому что... Равномерно, иначе... Почему на студии все так хорошо слышно? А так хорошо начал. Да, да. Я тоже об этом подумал. Ну, в принципе, если взять первые два такта и раскопировать. Давай еще разок попробуем. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречик. Представьте себе, зелененький он был. Да, гуд. На втором представьте себе немножечко, ну, проваливалось. Наверное, давай запишем еще раз. Давай. Да, там уже дыхалка просто заканчивалась. Там сначала первый просто. Я буду включать забывать, а вот послушай как. В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, зелененький он был. Представьтесь. А представьте, это же у нас уже припев типа. Ну да. Значит, можно на него дабл что-то писать. Можно. Попробовать послушать. Ну давай. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. О, так попытнее получается. Сейчас, когда мы запишем еще раз то же самое, и я сделаю обработку дабл трека на него. Представьте себе, совсем как огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Представьте себе, зелененький он был. Ну да. Совсем как огуречек, зелененький.
Да, отлично. Так, блычина. Это сейчас самое... Блин. Никогда блычину не пил. Да, никогда блычину не пил. Ну, блин. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил. Да, да, там. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил. Ну, попробуем сейчас. Угу. Он ел одну лишь травку, он ел одну лишь травку, не трогал и козявку, и с мухами дружил. Там вот вначале еще боль меня, а потом оно как-то развалилось. Ну, да, говорю, это не совсем моя высота. Жары вообще, как бы скрим особо никогда не юзаю, он мне нафиг не нужен. Ну давай попробуй что-то между этим. Ну вот первые варианты, как были, вот они. То есть ты хочешь вот так вот оставить? Да, да, да. Хорошо, давай оставим. Угу. Кстати, ну там же еще будут, да, дальше. А сколько там всего буклетов? Четыре. Четыре. Ага, ну в каком-то мы запишем обязательно на припев из стрима Гроуса. Угу. А можем в самом последнем как раз. Ну давай. представьте себе, не трогал и козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. Ну и пусть будет. Пусть будет, но нам нужен дабл. Ну, давай. Представьте себе, не трогал и козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. А тут где-то чистый будет? Нет, чистого там вообще нет. Ну вот, пришла лягушка. Ну вот, пришла лягушка. Прожорлива ебрюшка и съела кузнеца. А может ца получится протянуть немножко? Можно. И там, ну, в любом случае, давай еще раз там. Да, да, да. Ну вот, пришла лягушка. Ну вот, пришла лягушка. Прожорлива ебрюшка и съела кузнеца. Хорошо, если что, я там чуть-чуть обрежу, там Угу. Хотя ца что-то как-то на нем. Немножко. Давай, давай еще раз ради первого. Ну вот, вот у тебя ну вот первое. Ага. Немножко с запозданием.
пришла лягушка. Ну вот, пришла лягушка. Прожорлива ебрюшка. И съела кузнеца. Представь! А, сейчас, еще раз, давай. Тут просто чуть-чуть по-другому. Представь себе! А, не, тебе правильно. Все, все, я понял, как оно должно лечь, я просто... Представь себе прожорливое брюшко! Представь себе и съела кузнеца! Представь себе прожорливое брюшко, представь себе и съела кузнеца. А еще раз там первое представь. Представь себе прожорливое брюшко, представь себе и съела кузнеца. Дальше опять скрим? Нет, тут гроу. Это уже после соляка. А, это соло, типа? Да, сейчас соляк. Спикинговый соляк. Да. Я понял. То есть это последний куплет сейчас? Да, да, да. Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Не думал, не гадал он, никак не... Никак не ожидал он? Никак не ожидал он. Немножко не репись на полку. Ну давай пиздец. Давай есть Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Не думал, не гадал он, не думал, не гадал он, никак не ожидал он такого вот конца. Представьте себе, представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе такого вот конца. О, отлично, как раз вокал тянется вместе с этой. Ну да, да, да. Можно даже еще чуть дольше, потому что... Хорошо. Представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе такого вот конца. Хорошо. Так, давай забудем.
трек, а потом еще запишем две дорожки с грифом. Угу. Чтобы было постоянно. Представьте себе, представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе такого вот конца. Давай. Представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе такого вот конца. Представьте себе, никак не ожидал он. Представьте себе такого вот конца. Да, надо сейчас глотнуть.